На углу улиц Владимирская и Шевченко срезали и демонтировали рулонный газон. На его месте расстелили новый ковер газонной травы. Заменили блоки бордюров и очистили основание тротуарных дорожек. В феврале отремонтировали тротуарную плитку на улице Терской от улицы Гребенской до Красноармейской. После ремонта покрасили бордюры по улице Красноармейской и Северной. На Пионерском проспекте установили новые дорожные знаки. Нестандартные таблички демонтированы. В центре города на улице Краснодарской старые аншлаги убрали. Специалисты предприятия «Зеленстрой» привели в порядок сквер по улице Кати Соловьяновой. Обрезали деревья и на улице Самбурова. Планомерно выполняются работы по озеленению города. В сквере в микрорайоне Триа высадили 12 хвойных деревьев – туи и сосны. Украсили аллею кустами роз и боярышника, высадили кёллерейтерии. На перекрестке улиц Самбурова и Ивана Голубца тоже скоро будут заметны изменения. Рабочая бригада начала благоустройство. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа регион.